наступает раннее утро. Какое же оно прекрасное, манящее, такое волшебное, собственно, как и сама Индия. Но Индия не только волшебна, она полна контрастов и противоречий. Первый большой контраст – это контраст звуков. Послушайте, какие прекрасные звуки природы вы можете услышать ранним утром. Если вы закроете глаза, будет ощущение, что вы попали куда-то на природу, куда-то в лес. Как же это волшебно. Ну а если вы пройдете днем по занятым улочкам, будет ощущение, что вы хотите сбежать, особенно если вы неподготовленный турист. Отовсюду будут шумы автомобилей, людей, чего только угодно. Также это страна контрастов в плане достатка. Посмотрите, вдалеке, в гуще деревьев, утопают в зелени богатые виллы, на которых такое большое пространство, что вы можете построить 10 домов. А если вы посмотрите на другую сторону, то вы увидите, как в маленьких коробках домах ютятся люди среднего класса. Они снимают или покупают здесь квартиры, только чтобы добраться быстрее до своей работы, только чтобы у них были какие-то услуги, которые предоставляет государство. Но также это страна контрастов в плане ароматов и запахов. Иногда это могут быть сладкие, прекрасные, манящие ароматы фруктов, цветов. Но иногда также это могут быть и не особо приятные запахи. Все зависит от того, куда вы попадете. Но одним словом, Индия прекрасна по-своему. Если вы хотите узнать ее, вы должны узнать обе стороны. Вы должны увидеть полностью контрастную страну. И только тогда вы поймете, что такое сердце Индии, что такое душа Индии. Привет, и наши друзья! Всем привет! Вы снова на канале «Вкусная Индия». И с вами Ирина. И Амир. И, друзья, прекрасного вам утра! Утром начинается не только новый день, но и начинается новая жизнь. Это начало всего самого замечательного, самого прекрасного. Потому что то, что было вчера, все невзгоды, все проблемы, все горести и все плохое настроение, пусть оно остается во вчерашнем дне. А новый день мы начинаем с позитива, с улыбок и только с добрых слов и с добрых эмоций. Каждое утро я слышу звон колокольчиков, которые доносятся из индуистского храма. Я думала, что во время локдауна они не проводят утренние молитвы, но вчера я опять услышала этот звон. Он настолько прекрасный, особенно если вы встречаете утро с позитивом. Мы сейчас прогуляемся и посмотрим, на самом ли деле они проводят утренние молитвы или нет. Недалеко от нашего дома находится недостроенный храм, индуистский храм. Его начали перестраивать задолго до локдауна. Но, к сожалению, в течение локдауна все строительство прекратилось. И сейчас сюда людям не разрешают приходить молиться. Но каждое утро в 6 утра приходит священник и проводит пуджи. И каждое утро вы можете услышать звон колокольчика, когда он проводит свои ритуалы. Но пока что вот сейчас еще все закрыто, но мы видим, что там есть уже свет. Друзья, сейчас пришел пандит, либо же священник, и мы попросили у него разрешения, он сказал, что можно зайти и показать, как он будет проводить пуджу. Вот посмотрите, храм еще только строится. С этой стороны у нас висят вот такие вот колокольчики, но они завязаны тканью, потому что в период коронавируса нельзя ни к чему притрагиваться, и обязательно нужно заходить в масках. И это место, где происходит одна из молитв. Вот служба начинается. Он должен омыть каждого бога.
Это топленое масло, его добавляют для того, чтобы лампадка хорошо горела. Друзья, утренняя молитва закончилась, и мы сейчас пойдем. Я надеюсь, вам было интересно посмотреть, как она проводится в храмах в Индии. Ну вот, пока шла молитва, у нас начался опять дождь. Я так обрадовалась, что у нас не было вчера дождя, а сейчас опять вот он залил. Но это не портит нам настроение, потому что день только начинается, и я думаю, что он будет прекрасным. Какая в Индии переменчивая погода нынче. Час назад только прошел дождик, а сейчас, посмотрите, светит солнце, и у нас ярко-голубое небо, которое большая редкость для Дели. Ребята, мы очень любим кокосы, и давно не выпили кокосы, и сейчас мы пришли купить кокосы. Потому что очень важно утро начинать с позитива, а кокосовая вода всегда придает не только позитив, хорошее настроение, но также придает вам больше здоровья. И мы обязательно выпьем их, но я думаю, что мы будем их пить дома, потому что да, сейчас небезопасно пить на улице эти кокосы. Да. Вот они, наши кокосы. Каждый год стоимость кокосов поднимают выше и выше. В этом году вот здесь продают за 60 рупий. В прошлом году мы покупали за 50. Неужели до 100 рупий дойдет? Но сейчас нам откроют их, но не до конца, чтобы мы смогли дома сами отрезать ножом и выпить из стаканов или как угодно. Ты попросил с кремом, да? Да. Мы, в общем, кокосы попросили, чтобы внутри был крем, который на хинди называется малай. То есть это такие сливки, они на стенках кокоса внутри находятся. Очень вкусно. После того, как выпьете воду, можно ложкой съесть эти сливки.
Видите, он нам не до конца его открыл. Проверяет, чтобы вода не вылилась. Первый и второй поедет сейчас. Друзья, напишите в комментариях, а вам нравятся кокосы? Вы любите только кокосовую воду или же вы любите крем из кокосов тоже есть? Кстати, кокос полностью полезен, и кокосовая вода, и кокосовое масло, и кокосовый крем. Все, весь продукт кокоса очень полезен. Если, допустим, вы болеете, то вместо обычной воды вы можете пить кокосовую воду, потому что она богата минералами и витаминами, то есть вам это поможет выздоровлению. Ребята, мы купили кокосы, очень вкусно, и дома будет выпить. Друзья, на сегодня у нас все, и если вам нравится наше сегодня видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и увидимся скоро. Всем пока-пока! Пока-пока, друзья!